несет подарки, шуршит бумага яркой, и в гости спешит народ. Елочка, праздничный декор, сильный вокал и знакомая мелодия. Коллективы концертно-выставочного зала умеют создавать праздничное настроение и дарить прекрасное. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» от них в подарок концерт открыл программу арт-группа «Виват». Зрители не жалели аплодисментов, ведь звучали песни из знакомых фильмов. Подарил праздничное настроение и ансамбль спортивно-эстрадного танца «Ритм». Уже 19 декабря в концертно-выставочном зале ждут воскресенцев на концертную программу «Новый год шагает по планете». А 23 декабря юным зрителям покажут сказку «По щучьему велению». Евгения Светлая, Дмитрий Волнов. Новости из Крывэкт.